Добрый день, меня зовут Юля, я из Казахстана, из города Алматы. Что на самом деле произошло? Что произошло? Я приехала сюда, из Казахстана, из города Алматы, и это событие. Что произошло? Ну, надеюсь, получила инструмент к своей практике, еще один из инструментов, которым я надеюсь воспользоваться. Что вы почувствовали в момент прохождения школы гипнозы? Что почувствовала? Наверное, изначально некоторую скованность, когда группа людей, абсолютно друг другу неизвестных, вдруг объединяются в одну группу, которую можно назвать сектой, да, друг друга, и они все замыкаются в одном пространстве и должны вдруг довериться, открыться друг другу, выложить все то, что там внутри наболело. Но это преодолимо. Удалось ли удовлетворить ваши потребности, с которыми вы ехали сюда? У меня был только один единственный запрос к этому месту, это получить знания. Ну и попутные маленькие подзапросики, это увидеть места, познакомиться с людьми. А в остальном, то, что я хотела, я получила. Может, у вас есть какие-то пожелания или напутствия себе или другим людям? Да, как-то таких пожеланий особых нету. Единственное, я бы пожелала всем людям терпения, потому что климатические условия не самые потрясающие для городского комфорта. Да, просто терпимости и терпения. А в остальном, я думаю, все это решаемо. И еще вопрос. Какую-то обратную связь ведущему? Ведущему тренерам? Да, ведущим тренерам. Ну, ребята потрясающие, ребята профессионалы. Наверное, я не одна с таким мнением. Мы научились реагировать на голос Михаила, когда он начинает что-то говорить, и твои веки автоматически стараются принять положение уже спящего человека. И когда разговаривает Александр, наоборот, какое-то ощущение бодрости появляется. Вот. Ребята классные, ребята знают то, что делают. Спасибо им. Спасибо этому месту.